Итак, приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики, гости моего YouTube-канала. У нас сегодня на распаковке посылочка с AliExpress. Вот. Ссылочка на данный товар в описании. У нас тут одна посылочка, но 5 предметов. В принципе, одинаковые. Сейчас вместе с вами их откроем и посмотрим. Так, здесь у нас уже видно. У нас здесь специальные ультрафиолетовые как бы светильники, 5 штук попросили мне заказать. Вот никаких у нас здесь подарочков нету, хоть заказал оптом 5 штук, могли бы, я думаю, так что-то положить подарочек. Так, что у нас здесь? А, у нас идет нужно 4 батарейки 1,5 вольта. Так, 4 батарейки. Нужно взять 4 батарейки. Конечно, вопрос тяжелый. Маденчина. Так, сейчас откроем. Коробочки помятые. Упакована. Вон, конечно, коробка, я думаю, что не пострадала. Так. О, какой он здоровый. Больше у нас ничего нету. Никаких мануалов, никаких инструкций. Вот такая вот здесь у нас черная лампа. Там вот фонарь туда, фонарь сюда. Здесь у нас фонарь. Это у нас что такое? А, это у нас подставочка. То есть можно поставить и просвечивать наши денежки на свет. Вот здоровый. 4 батарейки. Ого, где мне их такие взять-то 4 батарейки? Да, проблем у меня нету здесь таких. 4 батарейки. Вот. Что-то у нас уже тут такой какой-то косячок. Косячок. Возможно, нет. Ну, это надо, конечно, искать батарейки. Что-то у нас здесь такое тоже. Кидается, нет, кидается. Нет, нет, кидается. Вот. Попросили меня их заказать на проверку денежек. Сейчас их откроем. Откроем следующую коробочку. Конечно, в описании продавцу напишу, что упаковывали как бы, в принципе, вся пупырка полопанная. Вот. То есть она там летала. Конечно, много царапин. Такое вот, конечно, качество средненькое. У нас здесь вроде бы такой недешевый девайсик. Вот. Надо идти искать 4 батарейки АА. Нравится. Ну как-то оно все это дело очень уж дешевенькое. Ну, 4 батарейки АА. Здоровая лампа. Вот. Сейчас я их достану. Потом, я думаю, что где-то подыщу батареечки. Остальное здесь немного телефончик, потому что придется вытащить батарейки с фотоаппарата. Это еще придется вытащить. Одинаково, конечно, такое вот оно трошки поцарапанное, но я думаю, что не будет влиять ни на какое так, ну, наверное, сейчас нажмем паузу, пойдем искать батареечки. Нам надо проверить, хоть засветить хоть одну лампу. Это здесь плохо, что нету, чтобы подключать какой-то блок питания. Ну, такое оно все такое. Не скажу, суперски. Это оно такое дешманское. Деньги не маленькие. Ссылочка на
эти девайсы в описании. Кто хочет заказать, заказываем. Сейчас нажму на паузу, пойду поищу батарейки. Итак, мои дорогие друзья, еле я сюда вставил батарейки. Вот видите, светится на синем. Очень интересно посажены батарейки. Сейчас, конечно, их не видно. Вот, ну, сейчас попробую свет выключить. У нас здесь такой LED. Здесь такой вот фонарик. Сейчас я выключу свет. Вот. Вот у нас тут такой ультрафиолет. Возьмем наших 100 гривен. Видите, все просвечивается. В принципе, все видно. Ну, сейчас я попробую полностью выключить свет. Ну, я думаю, свет такой тусклый из-за разряженности батареек. Нашел батарейки. Вот, в принципе, свою функцию выполняет. Вон. Просвещает, 100 видно. Ленту видно. 100 гривен видно. Вот у нас на 50-ке возьму. На 50-ке видно полоску. Видно. И теперь все защитные вот эти вот видно хорошо. Не знаю, сейчас возьмем 10-ку, просветим. Здесь видно тоже нормально. Вот. Ну и сам фонарик. Ну, фонарик там светит. А нечего, просто как фонарик, походу. Походу, как обычный фонарик. Можешь видеть водяные знаки. Просматривать или водяные знаки. Так, ну что ж. Сейчас включим наш свет. Прошу прощения. Как получается, так, ну, вот такие у нас довольно-таки выходит, конечно, такая довольно массивная и довольно стрёмная. Тут у нас запихивание самих батареек. Вот. Сейчас попробуем следующую. Покажу в онлайне, как запихивать сами батарейки. Все равно я буду всех проверять. Так, тут у нас написано, там вот написано, где плюс, для минус, видно. Вот и вставляю. Вот это плюс. Это у нас. Это же вставление батареи, конечно, здесь проблемно. Так. Вот эта вот батарейка делает всю проблему. Чтобы были немного потоньше, и было бы все без проблем. И что пальцами прижимаем и так это все дело вставляем. Я же говорю, такая вот процедура, конечно, видите, все оно такое хитренькое. Ну, не знаю, вам решать, покупать, не покупать. Я, честно говоря, уже даже не знаю. Я же говорю, все оно такое вот стрёмненькое, все хитренькое. Вот. Даже что-то не попало, походу, не светит. Может, разряжены батарейки. Может, разряженные батарейки. Может, не так поставил. Сейчас еще раз проверим. Работает. Где-то, видать, не так вставил. Тоже светит. Все работает. Ну, процедура, я же говорю, вставление батареек желает лучшего. Можно было, мне кажется, придумать что-то и получше. Цена не сильно уж и маленькая. Ссылочка в описании. Вот эта вот штука, кстати, как я вам говорил, проверять. Так вот поставил. Включил. Я на самом тут вот включил. Себе проверяешь денежки. Вот, в темноте я показываю, как оно все светит. Все нормально, все отлично. В принципе, такой вот продукт на
Вот такую троечку с плюсом, наверное. Ну что ж, на этом будем заканчивать видео. Еще раз напомню, ссылочка на лампы в описании. Можно будет зайти, заказать. Приходят, пришли ко мне, где-то 3 недельки прошло. Вот, ну, стандартная доставка. Хоть и доставка, кстати, была платная, но все равно отправили бесплатной почтой. Чинопост. Чинопост. Вот. Ну что ж, на этом мы заканчиваем. Всем пока. Всем до новых встреч. Не забывайте поставить лайки, писать комментарии. Всем пока.